Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Ежедневные награды мы с тобой забираем в Лиге Мастеров 3 звезды. И единственное, друзья мои, что я не знаю, успеем ли мы получить топовое место до конца недели. Потому что, ну вот не получается у меня, как ни странно. Нету времени. Так, Крис Брэдфорд, меня сейчас интересует, где мы с тобой находимся на лиге, на каком месте. Скинули меня или нет? Так, Лига Мастеров, 16 место. Блин, 16 место, очень сильно сбросили. Так, ладно, давай выполним задание для начала. Пройти серию испытаний. Ну, это я с удовольствием. Кстати, сегодня, если мы, ребят, нормально пойдем, да, можем пройти смятение из другого измерения. Потому что там осталось уже совсем немножко. Ну, боев, наверное, где-то 9. Ну, все зависит от того, как мы здесь сейчас быстренько пройдем, или все-таки будут какие-то косяки у нас. Потому что, сам понимаешь, мне нужен и мутаген, и все нужно. И как-то нужно попасть в первое место. Денег у меня маловато, купить откаты я не смогу, к сожалению. А без них, ты понимаешь, на арене делать нечего. А завтра уже понедельник, все. А я ухожу на работу. И поэтому, ребят, сегодня, так сказать, последний шанс сделать все, что нужно, доделать все наши дела и уже надеяться, что мы с тобой останемся на первом месте. Но надо еще добраться до туда, конечно же. Так, ладно, здесь разобрались. Училка, хорош там выпендриваться. Получи. Ты-то куда лезешь еще, мелкий охламон? Синюшник. Самый настоящий синюшник. Все, рубанули мы его. Так, значит, нам еще нужно будет сегодня, опять же, докачать Крайку, именно по скиллам, по навыкам, по ее. Так, ну здесь мы забираем награду, понятное дело. Так, сразиться в боях. Ну вот, как раз мы с тобой отправляемся. Где у нас Крайка? Вот она. Навыки, нам нужно с тобой, ё-моё. Мы кошку так и не нашли, да? Шестую. Контакт с работом. А теперь нужно, блин, этих джойстиков очень много надо. Не выпал, к сожалению. А здесь тоже не выпал. Так, один джойстик есть. Это только один. Да, судя по всему, наверное, нам... А, второй. Но мы не успеем с тобой собрать. Третий. Тут у нас выпал геймпад. Четвертый. Ну давай, давай, ну что там. Так, нет, ребята, не получается у нас найти. Еще 5 джойстиков нужно будет отыскать. Так, ладно, забираем здесь награды. Ну и все, да, получается. Так, зайдем в магазин. Посмотрим, что у нас тут есть. Предметы. Так, купить ничего не можем. По монетам, ребята, покупаем с вами ДНК на Леонардо Космос. А по жетонам все очень плохо. Ну что, погнали тогда на турнир. У нас всего лишь сколько? 15, ребята, откатов. Это мало. 15 откатов. Блин, как вот как, ребята, здесь можно вырваться в топ, а? Вот объясни мне. Я не знаю, я ума не приложу. Хотя бы нам, я не знаю, место 50-е занять. А потом, я думаю, что через 8 часов, когда произойдет откат, еще сделать пару боев, и, наверное, будет нормуль. Только это меня спасет. Но опять же, нужно будет, когда я буду на работе, ребята, держать как-то позицию, иначе меня скинут. А мне неохота терять 70, извини меня, платиновых осколков. Просто так кому-то дарить их. Вот такая вот дилемма получается. Так, ладно, куда мы сейчас попадем с тобой? Ага, четвертое место, отлично. Так, продолжаем наши бои. Так, тут он с Ян. Берем Армагона, берем Леонардо и... Раз, два, три, вот так вот. Слушай, если сейчас мы с тобой вот после этого боя перейдем в Лигу Мастеров 3 звезды, то, возможно, шанс есть. Я посмотрю, сколько у нас еще долларов. 250 нужно для того, чтобы купить 10 откатов. А 10 откатов, это, грубо говоря, у нас получается 5 боев. Чтобы перейти, например,
с начальной Лиги Мастеров 3 звезды до топа нам нужно где-то боев 10. Так что, может быть, получится. Потому что у нас еще в запасе есть с тобой 14 откатов. Так что, ребят, будем надеяться. Так, тут кого бы взять-то нам? Ну, давай, наверное, возьмем Итана. Возьмем с тобой Итана. Извините, ребята, за запоздавшие серии. Ну, серьезно, очень сильно загружен график у меня. Сейчас, тем более, прохожу игру еще на втором своем канале. Garbage, мусорщики. Если кто не знает, заходите, посмотрите. Очень прикольная игра, но сложная. Далеко я там ушел, и сейчас у меня там такая, ребята, критическая ситуация, что мои бомжики могут погибнуть просто-напросто от голодухи. Не могу прокормить свою армию. Так, ладно, это мы с тобой немножко отвлеклись от темы. Пока все у нас хорошо. Давай посмотрим сейчас, куда мы с тобой приземлимся, на какую позицию. Так, 92-я была, становится 80-я, да? 80-я. У нас с тобой 629 долларов. 629 долларов. Так, подожди, здесь у Саги не прокатит. Тут Микеланджело, не забывай, 79 уровня. Если он выйдет из-под контроля, то есть если мы его сейчас не завалим, то он обязательно кого-нибудь из наших уронит. Вряд ли он будет заниматься там танцульками. Скорее всего, он будет бросать свои сюрикены. Но и он не жилец. Отлично. Так, давай-ка бросим валун. Ну и отлично. Так, мы сейчас с тобой переместимся на какую позицию? 70-я, надеюсь. 67-я. Слушай, у нас очень хорошо идут дела. Я думал, будет хуже. Давай возьмем с тобой Богдана. Возьмем Богдана плюс Усаги. Раз, два, три. Если так дальше пойдет, то будет все окей. Так, сегодня еще, наверное, мы поиграем, ребята, в драконы-всадники Олуха, скорее всего. Главное успеть. Потому что снимаю в данный момент ночью. Сейчас 2 часа ночи, друзья. Вот так вот. Ну-ка, валунчиком. По башке ему. Все, отлично. Значит, у нас 67-я позиция была. Становится, надеюсь... Надеюсь, 50-я. Ну-ка. 55-я, к сожалению. Ладно, еще терпимо все у нас. Здесь мы возьмем, наверное, Андрюху. Да. Берем Андрюху, берем сюда Супер Шреддера. Раз, два, три. Так, смотри, у нас 7 откатов, да? Грубо говоря, по 2 тратим. Получается еще 3 боя. И 5, 8 боев. Слушай, ну должен справиться. Кто верит, друзья мои, в то, что у меня получится, а? Да я думаю, что большинство. Все-таки у нас опыт в этом деле есть, поэтому мы не имеем права здесь никого подвести. Ни себя, в первую очередь, ни наших черепашек, которые стараются тут для нас. Давай 45-ю. Ох ты, 44-я. Окей. Так, здесь мы с тобой возьмем, наверное, Артура. Берем Артура. Опять же берем Армагона вместе с Супер Шреддером. Почему, ребята, я беру Армагона и Супер Шреддера? Ну, потому что они сносят всех. А тем более мы сейчас воюемся в высшей лиге, 79 уровень, и нам нельзя тут, как говорится, проигрывать ни одного боя. Поэтому экспериментировать как бы сейчас не в моих интересах. Нам нужна точная, твердая победа. Что, в принципе, мы пока с тобой и делаем. Так, ладно. Была у нас какая? 44-я становится 34-я. Или 32-я. О, 32-я. Нормуль. Так, здесь опять Артур. Но здесь есть Микеланджело. Я возьму, наверное, Икласа какого-то. Иклас. 3, друзья мои, осталось всего лишь отката. 3. То есть это получается еще на один поединок. Ну что же, давай. Так, ну Супер Шреддер, конечно, хорош. В плане того, что, ребята, он вешает постепенно урон на всех.
Один поединок можно, в принципе, наверное, попробовать сыграть с ним одним. Как ты думаешь, будет нормально такой вариант? Я думаю, что да. Ну что, 20 место. Поехали. Так, кого тут взять-то нам? Ну, давай вот этого Эклса, опять же. Мы уже с ним дрались, да? Ну и остается у нас совсем немножко бойцов. Я имею в виду топовые, которые у нас есть. Будем отыгрывать именно ими. Погнали. Опять Супер Шреддер. Отлично. Дальше Армагон. Бросает свой валун. Фух. Идеальная победа. Мне нравится, когда выглядывает вот это вот слово «идеальное». Так, ну что, 10 место или какое? Или 8? 9. Ну, судя по всему, у нас последний поединок. Адилса Андреа Хендерсон. Я возьму, наверное, Андреа. Берем с тобой одного Армагона и вот этих вот ребят. Подожди-ка, лучше, наверное, Зека взять. Почему Зека, ребят? Потому что он бросает бомбочку. Правда, на высоких уровнях я не видел, чтобы она очень сильно здесь делала замедляшку. Так, давай-ка мы с тобой, наверное, здесь уклонение поставим. Бросим теперь бомбочку. Теперь валунчиком. И добить бибопчика. Все, ребят. Отлично. Так, мы должны, по идее, попасть в топовое место. То есть первое. Смотрим. Да, отлично. Я, ребята, нас всех поздравляю. С этим заданием мы справились. Так, у нас с тобой остается что? Очень много сыра. На испытание. Так, я не знаю. Можно, конечно, попробовать вот это, ребят, пройти. Я вот не помню, кто здесь будет разыгрываться. Поехали. Так уж и быть. Отыграем. Хотя можно было бы пофармить на самом-то деле. Да, ну тут одна волна. Интересно. Прикинь, тут одна волна всего лишь. Ха. А, ну что же я, ё-моё, это же у нас не испытание. Это у нас на Армагона. Конечно же, тут будет одна волна. Совсем попутал уже все. Все, что можно, перепутал. Так, две ДНК на Армагона. Двигаемся дальше. Тогда я буду здесь проще делать. Один удар Армагона, и они будут все падать. Верно? Поехали. Тырич. Замечательно. Так, ну что, погнали тогда далее. Есть пока возможность, есть время. Можно двигаться дальше. Еще две ДНК на Армагона. Слушай, ну вот, ребят, я вам говорю сразу. Если у кого нету Армагона, да, то желаю вам его приобрести. И вот это вот, именно вот это событие очень дает хороший буст на его приобретение. Я думаю, ты понимаешь, почему, да? Потому что, ребята, по 2 ДНК ты получаешь за бой. А это, я считаю, что не очень мало. Это даже круто. Так, ну что, наказали мы его. Смотри, тут 5 поединков, да? Или сколько там? 6. По 2 ДНК высчитывай. Это получается, ну, уже где-то около 12-18. Я сейчас тебе точно скажу. Тут даже уже по 3 ДНК дают. 6 эпизодов. Смотри, здесь 2, да? 4. Тут 3. Это уже 7. Тут еще 3. Это уже 10. Я так понимаю, здесь тоже по 3. 16. 16 ДНК за одну вот эту, ребята, проходку. Но не забывай, что еще потом можешь пофармить. Поэтому Армагон очень быстро должен появиться у вас в коллекции. Очень быстро в коллекции. И, соответственно, его, ребята, прокачивайте сразу же на вот этот вот, на массовую атаку, именно на валун. И я тебе скажу, вам будет счастье. Вы будете с легкостью проходить очень сложные испытания. Потому что действительно он очень крутой. И того же самого касается, ребята,
Усаги. Кто у нас еще там есть? Из таких из имбовок. Ну, естественно, Леонардо прокачивать не забывайте, потому что этот один из первых бойцов, который вообще у вас появляется в игре. За счет его вертушки вы можете очень нехило бустовать. Так, ну что, у нас с тобой предпоследний эпизод. Уровень здесь, как ты видишь, 80-й. Здесь уже без уклоняшки от Микеланджело нам, ну, никак, ребят, нельзя. Оу, ракеты. Блин, он понизил нам атаку. Вот это плохо. Так, ну что, сделаем с тобой уклоняшку. И будем запускать валун. Блин, у Армагона тоже понижена атака. Это, конечно, плохо. Но хватило нам этого, чтобы распетрушить. Так, давай проникающий сделаем. И апперкот. Постепенно повесили, отлично, ребят. Ну, у Рафаэля, ты, наверное, заметил, да, что апперкот очень слабенько отнимает при постепенном уроне. Так, здесь, наверное, мы хильнемся, потому что от Микеланджело все равно здесь толку мало. А вот как хиллер он здесь хорошо зайдет. И сделаем с тобой тройной укус, чтобы уже наверняка. Замечательно. Ну что, у нас остается с тобой последний эпизодик здесь на прохождении. Кстати, я не посмотрел, кто у нас здесь. Вот, здесь даже ребята 4 ДНК дают, а не 3. Ну смотри, в принципе, ребята, неплохо, да? Леонардо, Микеланджело, все, короче, космические у нас персонажи. Но опять же тебе повторю, что у нас есть испытания, да? Космические странности, где мы с тобой можем спокойненько фармить всех этих космических черепашек без каких-либо проблем. Ох, ничего себе ты! Вот это, ребята, он кусанул, ты прикинь? Это у меня Армагон 100 уровня, а этот 90-го, и он отнял... Ну ты видишь, сколько он отнял. Так, нам надо, знаешь, что сделать? Хильнуться как-то. Так, ну вначале, естественно, валун бросим. Так, а вот теперь надо залечить нам раны. Иначе Армагон, боюсь, погибнет. Так, теперь сделаем ярость Рафа. Усилим, так сказать, нашу команду. И понеслась. А, у него еще броня там, оказывается, была. Давай-ка мы тоже тройным ударом его помурыжим. Мы отнимаем намного меньше, чем он у нас, да? Согласись. Но, тем не менее, победа за нами. Фух. Я вас, ребята, спрашивал, хотите вы или нет этого прохождения события. Никто не написал ничего. Ну, во-первых, я поздно выложил видосик, поэтому многие еще не успели посмотреть. Ну, не хочу, ребята, я здесь заниматься фармом. Все-таки я думаю, что космические странности в этом плане выгоднее. Ну, ты сам видишь. Так что давай пытаться. Опа, Майки Космос уже радует. Так, еще попытка. Оу, Рафаэль Космос. И последний шанс. $3. Но все равно две черепашки у нас здесь сыграло. Так, ну что, друзья мои, вроде бы как все получается, да? События мы прошли, арену мы прошли, и теперь, как обещал, можно сходить на смятение из другого измерения. Вот здесь оно у нас находится. И давай посмотрим, сколько. Раз, два, три, четыре, пять поединков всего лишь нужно сделать, ребят. Ну, для нас 5 боев — это плюнуть, растереть и выкинуть. Ну, то есть я хотел сказать, что это нам на один зубок. Пройдем сейчас на изи. Так, ну что, опять эти грибы позорные здесь. Нам нужно будет с тобой, наверное, залечить раны свои боевые. Как ты считаешь? Потому что мы немножко покоцанные. Так, я гриб, наверное, уничтожу сейчас. Теперь этой тлей займемся. Шикарно. Так, и у нас вторая волна. Ну, здесь можно суператаку сделать. А у нас нету ее. Тогда залечим раны. Вот так вот. Провокацию я брать не буду. Возьмем с тобой ярость Рафа. И вот. Вот что нам нужно. Массовая атака от самого Усаги. Ну, неплохо, в принципе, ребят. Так, кого тут наказать в первую очередь? Наверное, вот так сделаем. Это раз. Теперь сделаем ракеты. Норма.
ракетами мы их всех с тобой добили. Ну что же, двигаемся дальше. Сколько там? 5 боев, да? Уже 4 остается. Можно пойти вот сюда, ребята. На оригинальных черепашек, которые уже в последнее время для нас вообще, ребят, не авторитет. Мы их разбираем без каких-либо проблем. Ну, есть небольшие, ребята, замуты. Но я думаю, что мы все-таки с ними справимся. Обалденно, месть. Ты посмотри, сколько отнимает здоровье. Я их, наверное, даже не буду бомбить сейчас суперударами. Оу, а это, наверное, хотя добьет. Добил, отлично. Так, суперудары нам пригодятся, да? Я имею в виду такие массовые. Потому что там потом Крэнг будет. Хотя до Крэнга еще 2 поединка. Можно тогда расслабиться. Так, и остается Рафаэль. Так, Рафаэль, наверное, сейчас все-таки успеет сходить. О, он делает массовую атаку, ребят. Ого! Неплохенько он так зарядил, ты посмотри. Где-то 25% от количества здоровья отнял. Ладно. Мы как будто этого не видели. Ну что же. Еще 3 поединка, да? Слушай, а вместо кого мы раньше... А, мы раньше Супер Шреддера не брали, у нас был Микеланджело. Я и думаю, что-то у нас как-то по хилам не получается. Вот у него почему-то Зек сильный, блин. Смотри, когда я играю за Зека, он какой-то несуразный. Да что ж вы до Армагона выкопались? Ну-ка давай, Супер Шреддер, нам это нужно, твое сердцебиение. Будем отхиливаться. Так, один минус. Второй минус. Третий минус. Так, ну а что здесь? Здесь, в принципе, ничего страшного нету. Надо вот, наверное, уничтожить нам Крипа. Потом Джастина. Давай вторую атаку делай. Эх, даже не добил. Ладно, сделаем вот так. Теперь училка, потому что она, ну, довольно сильная. Ну и пошли эти у нас стрелозады, которые ничего толком делать даже не умеют. Хе. Отлично. Так, ребята, у нас остается с тобой 2 поединка всего лишь. Всего лишь 2. Это проходящий, и там уже будет Крэнг сидеть, потирать свои эти лапки и поджидать нас. Но он уже, наверное, знает наверняка, что мы ему столько наваляем сейчас. Так. Начинается, да, маузеры эти мелкие своими криками нас начинают доставать. Ух ты, они еще и отхил себе врубили. Так, ну я буду Шархана. Я его заглушил. Окей. Так, давай сюда кусанем. И сюда ударим. Угу. Тут, естественно, Хана нужно валить. Так, мы даже не добили. Ну что, ребят, наверное, сделаем с тобой вертушку. Сразу же накажем их тут всех. Так, пиццелицей. Так, он не жилец. И саблезуб. Тоже не жилец. Ну вот и все. Осталось только подойти к Крэнгу, сказать ему: эй, парень, расслабься, и навалять ему. И тогда все, ребята, с чистой совестью можно будет ждать понедельника. Что? А, персонажей нужно выбрать. Конечно, выберем. Так, Крэнг, как обычно, там что-то орет на Шреддера. Но это бесполезно. Шреддер уже давно-давно отдыхает. Так, мы будем здесь залечивать раны, как думаешь? Наверное, надо. Так, у них иммунитет висит и ускорение. О, как. А я берусь за паукуса. Заблокировать не получилось, потому что иммунитет висит. Ага. И здесь, наверное, залечим раны себе. И добьем. Ну что, друзья мои, а вот и
технодром, в котором мы запрыгиваем и бежим к Ренгу. Зарядная машина. Такой потирает лапки. В атаку, кричит своему этому роботу. Тунс. Опа. Ребят, он взял и заглушил моего этого Армагона. Заглушил в плане... Я не смогу провести массовую атаку. Давай укус. Ага, а все, ему крышка, ребят, ему крышка. Леонардо, лидер черепашек, сделал последний добивающий удар, и Крэнк падает. Ну что, самое время открывать сундуки, друзья мои. Ну, естественно, на огромную награду можно не рассчитывать здесь, потому что все, у нас это есть, что тут выдается. Но все равно как-то приятно. Так, во-первых, колода. Одни черепашки, да? Одни оригиналы. Поехали. Так, комиксы, винилки выпадают, Бибоп, Кирби мышь. Так, кошка, геймпад, очки. Ну, неплохо. Плюс еще растет мутаген у нас. Пицца, откатик, доллары идут. Ну вот смотри, 12 тысяч мутагена получили, 42 доллара, 6 телепортов, 34 пиццы. Даже ради одного этого стоило проходить, да? Ну что, теперь мы идем с тобой в список наш и смотрим, кто у нас там недокачанный. И это у нас Кейси Джонс. Поехали. Нифига себе, Кейси Джонс на 51 уровень пошел. А, ну правильно, у него все звезды золотые. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте я, пожалуй, буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам! Мы не жалкие букашки, супер ниндзя черепашки, носим панцирь как рубашки, юные таланты. А вот и мы, здесь четыре ниндзя-черепахи. Твои кумиры от приемов, соперники в страхе. Наша квартира андеграунд, канализация. Мы пиццы короли, срываем овации. Непобедимы мы, круче всех. Мутаген дал нам, это в нем секрет. Из тени на свет, с нами делаешь шаг. Хорошие парни будут побеждать. Леонардо, лидер команды. Он первый среди нас, он талант из талантов. Донателло разберет и соберет механизмы. Рафаэль, ему не занимать харизмы. Микеланджело, он уникален. Если где-то вечеринка, значит там этот парень. Мастер спринтер обучил их всяк умению драться, чтобы быть командой, зеленым братством. Мы не жалкие букашки, супер ниндзя черепашки, носим панцирь как рубашки, юные таланты.